Читать стихи большого поэта – трудный вызов. Читать стихи большого поэта в присутствии большого поэта – невероятная задача. А читать стихи большого поэта в присутствии большого поэта, когда ты сам маленький, недостижимая цель. Но наш финалист готов попробовать. Читает Николай Василенко. В присутствии Николая Николаевича Добронравова. Я душу сдал на комиссию. Оценщик седой и опытный ее оглядел придирчиво и тихо пробормотал. Душа как душа, не новая, кое-где уже тронута молью, не раз подвергалась чистке наивная ваша душа. Вы к ней относились неважно. Она ж была в переделках. Вот видите, здесь царапины, а тут вы ее прожгли. Надо бы осторожней. Душа ведь огня боится. Всякие потрясения — это душе как смерть. Потом скажу откровенно, наша она, родимая. Знаете, он хихикнул, такие сейчас не в моде. Напротив есть мастерская. Попробуйте, к ним зайдите. Может, еще удастся ее перелицевать. Сделайте покороче, более современной, чтобы от ультрамодных было не отличить. Я, честно-то, сам не очень. Нелепые эти фасоны. Ну что поделаешь, нынче хозяин не я, а спрос. А так, что вам дать за душу? Цена вас едва ли устроит. Ведь я же не Мефистофель, я только товаровед. Браво! Коля, спасибо тебе большое. Ты в отборочном туре нас потряс тем, как читал стихи Николая Гумилева, но вот сейчас ты читал их в присутствии самого поэта, великого поэта Николая Николаевича Добронравова. Николай Николаевич, мы все «Синей птицей» вас поздравляем с вашим юбилеем. Пожалуйста. Он уже прошел, к счастью. Да. А следующий будет уже через 10 лет. Огромное вам спасибо, дорогой Николай Николаевич, что вы с Александрой Николаевной такие друзья «Синей птицы», что с самой первой программы вы вместе с нами. И для нас это такой невероятно недосягаемый, честно, ориентир. То, как вы, помимо того, что вы великий поэт и музыкант, то, как вы свою еще судьбу творческую совмещаете с судьбой человеческой. И мы на вас равняемся не только как на представителей культуры, но и как просто на самых лучших людей нашей страны. Спасибо. Спасибо вам огромное. Дашенька, спасибо вам огромное. Огромное-огромное вам спасибо. Спасибо. Мы действительно очень любим «Синюю птицу». Вот можем признаться честно, я и Александра Николаевна. Мне очень приятно, что сегодня звучала музыка, про которую вы говорили, да, что это такое вот ваше взаимное признание в любви. Ты моя мелодия, я твой преданный Орфей. Большое спасибо, что вы сегодня с нами. Коленька, сегодня ты читал стихи, которые, я не знаю, мне кажется, нужно прожить целую жизнь, чтобы понять, о чем они. Что ты чувствовал, когда их читал? Мне кажется, грусть, потому что... Вообще это стихотворение мог написать только тот человек, у которого душа была
ранимое и чувствительное. И мне кажется, это Николай Николаевич Добронравов. Спасибо, да. Ты знаешь, ты прав, у этого стихотворения нет названия «Душа», но, может, действительно следовало его назвать «Исповедь». Наверное, так. Коля, мы все совершенно потрясены тем, как твоя собственная душа откликается на стихи. Коля, здесь своя манера совершенно какая-то очень чистая и светлая. А в данном случае просто само стихотворение, конечно, Николая Николаевича прозвучало, как будто ангел вторит. Действительно, ощущение просто ангела, который общается. Это было здорово. Спасибо тебе за твою светлую душу. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Огромное спасибо тебе, Коленька. Мне кажется, что сейчас очень многие надеются, что ты сегодня станешь одним из победителей «Синей птицы». Я спросила Николая Николаевича, когда мы с ним встречались в другой программе, а вот как это не терять себя на земле? Помните эти знаменитые строки из песни, которые написали Николай Николаевич с Александрой Николаевной? «Чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять». И Николай Николаевич сказал, что это было очень трудно. Но вот очень важно отказываться от лишнего бутерброда. Вот он дал эту формулу, нам нужно всем помнить это. И всегда помнить свое призвание, слышать свою душу и отказываться от лишних бутербродов. Спасибо вам огромное, Николай Николаевич. Спасибо. Дашенька, спасибо вам огромное. Спасибо, «Синяя птица». Спасибо. С днем рождения. Спасибо, спасибо. Это уже прошло. Спасибо.